У нас вся муниципальная история, она у нас вот так, вот такая. Да, да. Да. То есть у нас получается в комнате, в коридоре ламинат везде, один цвет, обои под покраску, на кухне полы плитка. Сейчас глава округа Максим Красноцветов находится в одной из квартир на Гоголевской в Мамонтовке. Этот многоквартирный дом построили под переселение людей из аварийного жилья. Все квартиры будут с типовой отделкой, и главе показывают одну из них, где уже почти все готово. В такие квартиры можно будет сразу переехать и жить, останется только поставить необходимую мебель. Вот здесь тоже натяжной потолок, здесь уже мы, соответственно, изготовлены светильниками. В этом доме 115 квартир. Сюда переселят людей из аварийного жилья на улице Озерной в Пушкино и часть из поселений Правдинского и Софрина. На Гоголевской в микрорайоне Мамонтовка будет жить более 300 человек. На объекте в настоящий момент там трудится порядка 130 человек. Готовность объекта составляет 86%. В настоящий момент и ведутся работы по отделке квартир, монтажу лифтового оборудования и прокладке коммуникаций именно внутри здания. Но это касаемо электрики и слаботочки. Отопление у нас полностью запущено, все технические условия у нас выполнены. Посетил Максим Красноцветов и второй дом в Пушкино, куда уже совсем скоро тоже переселят людей из аварийного жилья. Это многоквартирный дом на Октябрьской, 49, в микрорайоне Кудринка. Здесь тоже все квартиры будут с типовой отделкой. Всего их 65. В эти квартиры переедут жильцы аварийных домов на Октябрьской, 40, и текстильщиков 6 и 8, а также часть из поселений. В настоящий момент ведутся работы по монтажу лифтового оборудования и по отделке фасада. По фасаду осталось 1200 квадратных метров плитки. Ожидается привоз в течение 1,5-2 недели и, соответственно, завершение работ. Завершить работы по двум объектам мы планируем до конца февраля месяца. И в марте месяце уже начать показывать квартиры жителям, чтобы жители готовились уже переезду и заключению договоров мены либо социального найма. Более 180 человек из аварийного фонда переселят в дом на Октябрьской. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.